сошел. Ах ты, елки-палки. Да ты что? Ах ты, блин, да что ж такое? Что, не попустил, блин? А он еще не засекся, хорошо, ты видишь? Тинь-тинь. Вот где ты. А ну, сейчас я тебе подставлю. Блин, надо ж тебе сошел. Мне это... Ой, как мне это не подходит. Сходы не подходят. Если она вот это клюнет, это будет мое маленькое спасение. Второй день турнира внес небольшие изменения в расположение спортсменов турнирной таблицы. Как мы могли видеть, все спортсмены, которые находятся вверху турнирной таблицы, их сектора расположены на большой воде. В обоих рукавах водоема спортсмены делают все возможное для того, чтобы ну, хотя бы не просто уйти от нуля, а показать какой-то результат, с которым можно претендовать на середину таблицы. Но у рыбы по этому поводу свое мнение. Единственное, кто смог отличиться более-менее на вот этом мелководном участке, это был Крамской Сергей из Киева. Ему удалось в самой вершине, в самом последнем секторе, 27-м, достать 3 рыбы общим весом 1 килограмм 360 грамм. Активность рыбы стала меньше во второй день, но спортсмен из Вознесенска Кузик Виктор сумел сдать на взвешивание 13 рыб общим весом 57 килограмм 290 грамм. На фоне всех остальных результатов это выглядит просто потрясающе. Ближайший его преследователь за вторые сутки, Юсупов Олег, сдал на взвешивание 6 рыб. Это не поменяло его положение в турнирной таблице, он как занимал первое место, так и занимает. Но отрыв составляет уже всего 4 килограмма. Еще из интересных результатов показал Тимошенко Михаил. Его первая рыба была бигфишем, и сегодня он взял 2 рыбы, которые общим весом стали 15 килограмм 115 грамм. И Миша сразу вышел на 6-е место.